Московская обсерватория Российской академии наук. Это самый крупный научный центр на юге России, занимающийся фундаментальными исследованиями космоса. Наша обсерватория образована в 1966 году, в следующем году 40 лет исполняется. Тогда это был маленький коллектив, но со временем здесь появились два крупнейших телескопа мира на то время. Телескоп 6-метровый ПТА и телескоп с антенной в 600 метров, Ротан 600. Эти два инструмента – это главные инструменты России сегодня, и на них работают наши ученые и нашей обсерватории, и все астрономы России, и также зарубежные гости. Так что это крупнейшие астрономические инструменты наземные, которые сейчас используются астрономами всего мира. Мы выполняем в среднем около 100 научных программ ежегодно на этих инструментах, и это дорогостоящее обслуживание, время работы, обслуживания и выполнения программ лежит на плечах коллектива нашей обсерватории. У нас много гостей, ученых, инженеров из-за рубежа, из нашей страны приезжают. И мы получаем ежегодные результаты, которые публикуются в ведущих научных мировых журналах. Вот примерно 100 солидных статей печатают наши сотрудники ежегодно по результатам этих исследований. Коллектив обсерватории живет в основном здесь, в поселке Нижний Архыз. Это небольшой такой поселок, меньше 1000 жителей. И вот два инструмента, от которых зависит жизнь и поселка, и всего нашего коллектива, это для нас главная ценность, и для всей России это огромное достояние. Так что мы трудимся, работаем, и надеемся, что наши телескопы, они еще будут в строю, ну, как минимум 20-30 лет, и они будут приносить пользу нашей науке и нашей стране. Thank you.
силою нашего Иисуса Христа. Аминь.